В общем, пересечение Лобнинской и Клязьминской улицы. Один из сложных разворотов, так как перекрест у нас несимметричный, поэтому мы будем выезжать налево со смещением на середину перекрестка. Итак, мы выезжаем и берем чуть-чуть левее. Уступаем тем, кто едет прямо и направо. Крутим влево до конца и выполняем разворот до конца, до конца. А вот мы встречаем кого? Рената. Погнали. А это перекресток Ижорского проезда и Коровинского шоссе. Попробуем выполнить разворот в обратном направлении. Вот мы выезжаем, и наша задача не маневрировать на пешеходном переходе. Мы выезжаем до середины и крутим влево до конца. Ага, обязательно смотрим в левое зеркало. И при развороте нужно понимать, что отсюда могут выезжать машины, которые нам обязаны уступить. Потому что мы разворачиваемся на основной сигнал светофора, а они это делают на дополнительную секцию. Да? Вот так. Тоже очень интересное место. У нас ограниченная видимость и пешеходный переход. Мы сбавляем скорость, убеждаемся, что точно никто не хочет перейти за грузовиком, да? И продолжаем движение. Мы обязаны снизить скорость, но останавливаться нам не обязательно. Верно? Да. Верно.